Всем привет, друзья! Вы на канале Бухай ТВ. И сегодня у меня на обзорчике, друзья, водочка Крупник. Не пил эту водку я до вчерашнего вечера. Вчера вечером пару рюмочек выпил. И думаю, запишу на эту водку, друзья, обзор. Как бы бутылка есть, ну, запишу на ее обзор. С виду обычная как бы бутылка. Я ее в магазине брал, когда там виски брал и все такое. И попалась эта Крупник, думаю, возьму. Цена где-то 150 за бутылку. Нормальная, в принципе, сейчас цена это для водки в Украине. Но, оказывается, здесь, как бы, как говорится, яркая этикетка. Нарисован медведь на фоне гор, на фоне лесов. Здесь снова же это описание. Производство этой водки Чехия, скажу честно. Выдавлена сзаду на стекле такая целая картина. Медведь на горе стоит, лес. Ну, красота, как бы, над бутылкой надо заморочиться. И над этикеткой, и над бутылкой. Снова же тут выдавленный медведь на фоне, вот здесь. Тут написано Крупник. Под акцизом что у нас? Нема ничего под акцизом, да и акциз приклеен так, что его хрен оторвешь. По запаху пахнет водочкой. Что хочу сказать? Пахнет водочкой. Рюмочку буду использовать с набора, что брат подарил. Капитан Морган. Я вчера так, думаю, чисто вечерком выпью пару рюмочек под холодец, как говорится, под студень, под холодец, друзья, вы поняли меня. Я так первую рюмочку бах, хорошо, вторую бах, думаю, не, увлекаться не буду, лучше завтра запишу видосик, потому что, как бы, вчера мы записывали видос с батей на виски, на Джеймсон, и плюс водка. Ну, давайте, друзья, выпьем, как говорится, за наступившие праздники. Всех еще раз поздравляю с Новым годом, всех с Рождеством, как говорится, приближается скоро уже старый Новый год, друзья. Крещение, как говорится, все самые лучшие праздники, все самые семейные праздники и как бы самые теплые праздники, семейные, я помню в детстве, это были одни из самых лучших праздников. Давайте, друзья, всех с праздниками. Честно сказать, от польской водки я всегда жду худшего. Но тут, друзья, получается, всегда жду лучшего. Потом, друзья, я протестирую, может, с пивком еще и с доктором Пеппером. Ну, это я уже брал под шаурму, друзья. Тут кто, как говорится, ждал, что тут у нас в этот. Ух, шаурма аж этот. Вот, друзья, смотрите, кофе 36, путивли. Как говорится, делаю бесплатную рекламу, но зато шаурма, бомбезная у них. На вокзале в путивли шаурму. Если кто в пути приезжает или бывает, на вокзале не берите, там, ну, дичь полнейшая. А тут шаурма бомба. Конечно, друзья, подостыла. Она, конечно, долго и не будет, ну, горячая. Ну, нет, тепленькая еще. Ну, плюс я кролику подготовился, плюс я вступительные титры, плюс это, кстати, скажу честно, не с первого раза записалось, а с третьего вступления я только сделал, что мне не понравились первые вступления. Вы поняли меня. Так что, пока я и донес, пока свет включил, пока камеру настроил, сами прекрасно все понимаете. Ну, по водке. Водка зашла бомбезно. Кстати, кто хочет, кофе 36, там и куча и пицц, и бургеров, и хот-догов, и шаурма, и питы в питах есть, и во всем как бы это не реклама. Если на подвальчик у меня реклама была, то тут рекламы нету. Как бы для польской водки удивил. Обычно я кроу пил, зубров купил, житнев купил. Они как бы такие были. Все грубые, острые и все остальное. Первая зашла хорошо. Чуть-чуть имеется водочное послевкусие. Это единственный минус. То я так за шаурму и за водку не забыл. Хорошо. Именно водочно. Такой нету мягкости, как у Смирнова, например, или как у Немирал Экс. В конце, конечно, вот это послевкусие водочное имеется, небольшое. Но, в принципе, чувствуется водка. Не скажу, что она прогревает здесь там или что-то делает, но пьется она довольно легко. Если вот так, например, выпил рюмочку и закусил там, например, такую рюмочку выпиваешь и селедочку накалываешь. Вообще бомба. Мне вот водка зашла.
Друзья, она. Так что, друзья, рекомендую, кто в Путивле, как говорится, гоу. И, кстати, водку, я не знаю, крупник продают в Путивле, не продают. Кто в Путивле, берите, друзья. Много соуса, много мяса. В меру овощей именно бомба. Цена вроде бы 95 гривен. Ну, можно добавить там сыр, добавить грибы и все такое. Ну, друзья, тут это и так нахавайся. Давайте достану. Положу на досточку. О. Хочется даже под такое и доктор Пеппер открыть. Но выпьем водочки. Такие рюмочки, хочу сказать. Спасибо брату за набор. Правда, их две штуки идет в наборе. У меня две целые до сих пор. Этот. У него набор, он себе брал набор не этот на подарок ром, а себе набор брал Егермейстер, у него зеленые рюмки. Ну давайте, как говорится, всех с праздниками, всем хочу пожелать хорошей жизни, тихой, спокойной, мирной жизни, счастья, здоровья, успехов, чтобы в эту короткую и так жизнь короткая, как говорится, чтобы у вас во всех было море насыщенности, море удовольствия, море радости. Чтобы, как говорится, жизнь не проходила у людей зря. Давайте, друзья, всех с Новым годом. Всем большое спасибо, кто смотрит канал мой. Начиналось все как пару десятков человек, кто меня знает, там смотрели мой канал. А уже превратилось, чаемся уже, как говорится, 2300. Большой канал уже начинает превращаться. Давайте, друзья, всем большое спасибо. Я ценю водку, друзья. О. Снизу начинает подтекать чуть-чуть, потому что этот, сами прекрасно понимаете, курица приготовлена в карри со специями, вкусная бомба, остренькая в меру. Нес время, и всего много. Овощи сок дают. И, сами понимаете, бомба. Шаурма не 10 из 10, но твердая девятка. Это стабильно, друзья. Это очень хорошо для общепита, который именно делает много всего. И пиццы, и все остальное. Твердая девятка, это очень хорошо. По водке, друзья, рекомендую. Цена 150 где-то гривен. Что хочу сказать? Бутылка как бы по дизайну кажется простая, но нарисован медведь уже дает солидности. Выдавленные горы, медведь выдавленный и все остальное дает солидности. Водка пьется хорошо. Да, сказать, что это водка не под закуску, да, это водка под закуску. Хотя пьется мягко, но под закуску пьется классно. Под шаурму вообще заходит песня. Ну, конечно, под селедочку или под красную корочку вообще бы зашла как теща под лед. Оценю, друзья, очень хорошая, 9 баллов. Единственное, что портит чуть-чуть вот это послевкусие водочное. И все, как бы. Так, твердая девятка. Честно сказать, крупник порадовал меня. Я думал, будет... Смотрите, друзья, сколько мяса. Тупо одно мясо. Мясо, помидоры. Это песня. Или пивка. Или то и другое. Просто не хочу напиваться, как бы. Сейчас водка, пиво. У меня завтра кое-какие просто дела. Есть еще. Да и сегодня дела кое-какие есть. Давайте лучше доктора Пеппера. Да блин, классно. Песня.
такой вишневый компотик. Конечно, домашний вишневый компот хороший, вкусный, вкуснее будет. Так что, бабушкин, материн компот. Покуснее будет. Ну, друзья, честно сказать, вот такая шаурма, стоит 95 гривен. Я уже тут съел и уже нахавался. Так что, не сфоткал я, правда, эту всю картину, к сожалению. Хотя, я потом скриншот возьму. Давайте, друзья, выпьем за славный город Путивль, за красоту Путивля, за людей Путивля. В Путивле очень много хороших людей. Да, есть и изъяны в Путивле, но изъяны есть везде. Так само в других городах очень много хороших людей. Вот, друзья, за это и выпьем, за наш город. Так что, был бы я родился в другом бы городе, может бы я не был бы таким бы человеком, каким я стал в Путивле. Так что как-то так. Давайте, друзья, всех хочу поблагодарить, кто меня знает. Хочу поблагодарить учителей, просто людей, которых знаю, которые мне помогали, которым я помогал, как говорится. Всех хочу поблагодарить. Вы поняли меня, друзья. Всех с праздником. Всем хочу пожелать всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, успехов. Давайте, за вас. Это первая, друзья, шаурма, в которой у меня мясо выпадает. Так что. Песня. Ух. Специи. В меру остренькая. В меру, именно в меру. И плюс еще соус, присутствует чесночка в меру. Все присутствует. Именно все. Именно класс. Так это без дополнения. Если сюда еще крафтануть циркла, крафтануть грибочков. Я грибы, правда, не сильно люблю, но жареные шампиньоны — это нормальное дело. Блин, это королевская еда будет. Хотя шаурма сама по себе, как бы, обычная уличная еда. Но она вкусная, сок аж капает. Не думайте, что она сгорела, именно все в меру, именно все четко. Пиво оставим на потом. Класс. Такое у меня ощущение, что сейчас, знаете, честно сказать, я так посидел, поел шаурмы, поел, выпил пиво. И захотелось запустить прямой эфир, если честно. Водка порадовала. Шаурма бомбезная. Шаурму, честно говорю, пробовал первый раз. Но мне до этого, говорю, в Путиле нету шаурмы. Мне говорят, а там-то делают, есть два места, где делают шаурму. Может, даже три. Там, третье место, насчет третьего места не уверен. Мне никто оттуда не говорил, что там делают шаурму. Одно место, говорят, плохое, а второе место, типа, бомбезное. Один человек так сказал, второй человек так сказал, и я пришел заказать эту шаурму. Я заказал, отдал 95 гривен. И я рад. Вот честно сказать, сами все видели, тут и соуса в середине много, и сверху соус вкусный, и мяса много, и огурчики, и помидорчики, и капусточка, и корейская морковочка. Всего в меру. Именно всего в меру. Вот это мне нравится в шаурме. А есть такие, что тупо в Киеве я живу сейчас, на Печерске. Берешь шаурма, она стоит 140 гривен. Да, 140, да. Капец, там тупо одна капуста лежит. Если берешь с говядиной, там что-то до 200, но с говядиной тоже. Говядины не сильно много, но говядина реально вкусная. Вот это я буду говорить.
Как есть, так я и говорю. Ну, тоже ложат капусты много. Ну, лаваш, типа, крашеный, типа, используют. Черный одно время, желтый используют. Ну, вы поняли меня. Но все равно, как мне не надо лаваш, типа, цвета лаваша. Здесь обычный белый лаваш. Ну, лаваш. Но человек сделал с душой эту шаурму. И она именно насыщенная. Там много пустот. Хотя она стоит, эта шаурма, 90 гривен. Ну. Там стоит 140. Она половину меньше, плюс еще... Это самая большая, типа, это. Плюс куча пустот с капусты, как говорится. Здесь бомба. Давайте, друзья. Выпьем за то, чтобы всегда еда была вкусная. Чтобы всегда в домах у людей была еда. Было что выпить, было что закусить. Были денежки, конечно. Было счастье, было любовь, было добро. Чтобы мир становился лучше, добрее. Друг другу. Неважно, кто какой человек расы, какой национальности, какого вероисповедания. Так что мусульманин, христианин, католик, буддист. Надо, как говорится, становиться умнее, надо становиться добрее. И за счет этого, я думаю, мы еще можем все это спасти в этом мире, как говорится. То, что сейчас уже происходит. Происходят войны, засорения. Много чего происходит. Давайте, друзья, вот за это и выпьем, чтобы не было. Не буду я затрагивать эту тему. Вообще просто, как говорится, я скажу так, чтобы, я думаю, меня смотрят и с разных стран мира. Как бы. Вот давайте к этому идти. Что... Распитие алкоголя, это, я считаю, алкоголь будет всегда, он и будет. Это ничего плохого. Если в меру с умом, как ему вчера с батей, ну, семочку Джеймсона на двоих выпили, и все красиво. Давайте, друзья. Если доктором Пеппером запить эту водку, рано сильно, что чуть ли не домашним компотом запьешь. Хотя нет, доктор Пеппер отличается от домашнего компота. Домашний компот в разы вкуснее. Он и слаще, он и натуральнее, как говорится. Но... Тоже, когда пьешь, ну и пепси дома есть, ну, что-то я решил как-то доктор Пеппер поставить. Не знаю почему, и пепси есть. Но если мы шаурму хаваем там, ну, киви, то в основном как бы кока-колу берем, либо пепси хавается, начинает капать, друзья. Ну, хай капает. Но все равно с пивком шаурма бомбезна, с пеппером хорошо, ну, с пепси тоже... Четко, и ну, с пепси, и с кока-колой. Хотя мне кока-кола сейчас больше намного нравится, чем пепси. Хотя раньше я любил больше пепси. У меня такое ощущение, что скоро эта закуска продавит дно и этот. Не у меня, а в шаурме. Одни овощи, мясо, соус и вкуснотища. Честно, классно. Реально, честно, классно. Овощей в меру. Именно я вчера в Киеве брал за 70 гривен мини. Шаурму, мясом было много. Ну, было... По начинке. Пару кусочков маринованного огурчика соленого. Потом, был этот. Корейская морковка, капуста. Ну и мясо. Мяса было много, шаурма была классная. Кстати, шаурмечный молодец. Хорошо сделал. Здесь огурчик свеженький. И попадается огурчик маринованный. Местами. Ну, пол такой, пол такой. Помидорка, корейская морковка, капустка. Чесночный соус. Именно красота. Именно красота. О. Вишневенький, хорошенький. Как компот. Честно сказать, я не любитель вишни. Но
Кстати, и компот он начал меньше закрывать вишневый с тех пор. Но честно сказать, почему я переставлю бить вишни? Я помню, мой брат Дима, ну вы знаете, я думаю, его как бы в видосах видели. В 2010 году ездил в Америку, в США. И я его как бы, ну, на 3 месяца поехал. Не, поехал он в мае, приехал в сентябре. Что-то там, короче, такое. И я как бы его провожал, его как бы встречал. С Буриня, он потом ехал с Буриня. И шел, короче, у нас виски, ну, виски было у нас его встречать. Я и шел, короче, пивка взял, короче, нормально пивка. Взял бирмиксов, короче, так нормально. И тогда бирмикс вишневый был четенький, классный. А получилось как? Бирмиксов вишневых было много, а лимонных и малинового не было, вишневых было этот, лимоновый был. И я лимоновый бахнул, а потом оставалось только вишня, а идти где-то час. Ну и я где-то банки 3-4, да, 3-4 этих бирмикса бахнул банки 3. С тех пор я как-то, не знаю, как-то мне вишня противилась. Потом я и по деревьям лазил, вишни ведрами рвал. И как-то их не ем, ни компот, ни этот, ну, как бы вишня как-то насытился. С тех пор я как-то перестал любить вишню. Ну, а до этого к вишне относился очень хорошо. А потом как-то перестал это, ну, этот, любить это, этот, эту славную ягоду. Ну что, друзья, давайте выпьем за воспоминания, чтоб вы любили своих родственников, как я люблю свою семью, своего брата, мать, отца, бабушку. Этот, ну, выпьем за это, как говорится, чтоб, да, что, как говорится, хотим передать тоже привет Олегу Мирону. Я думаю, вряд ли будет смотреть, но Олежке привет. К сожалению, с Олегом сейчас видео не получается снимать. Вадику тоже так самая ситуация. Ну, Вадик приезжал, у меня просто не было пути, или, к сожалению. Так бы записали что-нибудь интересное, контент, я думаю, все. Все, кто снимался, как говорится, в видео, Жене Смоленинову, Коле. Всем хочу, как говорится, передать большой привет, всех поздравить с праздниками. Как говорится, хорошие были времена, снимали видео. Главное, чтобы не было войны. Давайте, друзья, вот за это и выпьем. Чтобы не было войны. О, мясо выпадает, овощи выпадают. Огурчик с мясом выпал. Именно песня. Да, друзья, теперь задумался. Под следующую закуску, ну, с батей. Шаурма или бургеры? Бургеры не любитель, а шава песня. Там есть и бургеры, кстати. Там бургер, чизбургер. И как-то там с таким каким-то названием там. А, гамбургер, чизбургер и бургер там что-то там. Куда-то там, короче. Я за бургерами не слежу, не любитель. Хотя в Инстаграме иногда смотрю, фотки такие есть. Ну, честно сказать, что-то мне нос подзаложил, в пути приехал. Лужи, капец, грязь, капец. В Киеве было шикарно. Туфли грязные, ноги мокрые. Так что я сижу, так вроде бы нормально разговариваю, не стараюсь там кричать, как бы. Я могу там, типа, всем привет, вы на канале Бухай ТВ, как бы, ну, кричать, ну. Ну, это начальные, вступительные титры, там, чуть громковато говорю, не отрицаю, как бы, ну. Потом уже, как бы, ну, перехожу на нормальный, спокойный голос, на нормальный этот. Как в жизни общаюсь. А то я так сижу, даже сейчас, не знаю, может мне кажется, что-то мне кажется тихо, как-то я в нос, ну нос подзаложило, конечно, да, как-то может. Этот, скажу честно, воды сладкой не пью, воды сладкой не пью. Ну, вчера
Вчера выпил этот пивка, ехал домой. Утром сегодня встал, кока-кола в холодильнике, пепси, ну, беру для родителей, там, ну, кто в гости придет, властить. Выпил литр колы, еще это как-то захотелось, скажу честно, друзья. Раз или два в месяц пью такие сладкую воду. Захотелось. Ну, и сейчас на съемках взял, выпил этот препарат. Хотя, как бы, честно сказать, я вишню не люблю. Ну, допить допью потом, как говорится, за кадром. Ну, то уже, как бы, так, чтобы это... Мне больше черный нравится пеппер, черного не было, к сожалению, ну или пепси. Все равно, как бы, все равно сладкой воду как-то отношусь, к сахару плохо отношусь, скажу честно. А к шаурме хорошо, а к водке еще лучше. Порадовала Крупник водку, порадовала. Сказать, что плохая водка, я не могу. Дизайн бутылки, мне представить. Описывай дизайн бутылки. Дизайн бутылки, как бы, бутылка как бы простая, но... Этикетка яркая, ярко выраженный этот, выдавление. Да и пьется, честно сказать, я даже не заметил, что и бутылку уработал. Вот я сижу с вами, разговариваю, сами все прекрасно видите. Ну да, там вот тут столько где-то так не было, там пару рюмок не было, нехай две-три, нехай, будем так вписывать. Ну, зашла хорошо. Пивко, такое сейчас пью, либо беру по акции в этих, по 20 гривен я брал такие. Там, родителям даю такое пиво, там еще кому-то там знакомым, такое. Либо в стекле беру. Так, чик, как говорится, и открыл, и пьешь пивко. Когда как, друзья, по-честному, скажу честно, когда как. Пол-литровых таких вроде бы банок нету. Да, вроде бы. Что-то у меня аж котка напала. Кто-то, походу, вспоминает. Ну что, друзья, будем выпивать. Будем закругляться. Такой хороший получился у нас, я думаю, приятный, веселый ролик, как бы. Такие хорошие праздники проходят. Знаете, честно сказать, у меня... Вон елка стоит, я думаю, кто там этот, мой канал смотрит, я выкладывал. Посмотрели, что-то мало в моей истории просматривают. Мало пролайкиваете. Так что. Ну, елка шикарная, красивая. Каждый год ставлю сейчас. Так что. Прошел год, честно сказать, такой плохой год. Был плохой год. Пандемия. Потом война. Потом такое тяжелое, ну, как говорится, расставание. Потом микроинфаркт. Потом тоже какие-то непонятки пошли в жизни. И год заканчивается, как бы. Остались только непонятки в жизни. А так год закончился, как бы, ну. Разводы, пандемия. А, и война еще осталась. Забыл, кстати. За пандемию уже все забыли уже. Война осталась. Вот это непонятки убрать и войну убрать. И вообще было бы все шикарно. Все классно. Ну что, друзья, давайте, говорится, всех с Новым годом, всех с праздником, всем всего самого наилучшего, чтобы у всех была радость в жизни. Говорится, теплая, горячая, вкусная еда. Говорится, как я соляночку недавно варил, друзья, ну видео не снимал. Так что как-то там. Что, друзья, у нас с наступившим 2023 годом, посмотрим, какой он будет, потому что 20-й не самый лучший год, 21-й, сами знаете, ну, получше, чем 20-й. 22-й, походу, чекун, чизять, чебрат, числа 20-го, давайте, даже еще хуже. Ну, давайте за это и выпьем. Капотом будет. О, хорошо. Даже сейчас услышу.
Ну что, друзья, ссылочка на Олега Мирона будет внизу в описании. Подписывайтесь на канал Бухай ТВ, ставьте лайки. Всем мира и добра, всем удачи. Пишите комменты обязательно. Всем счастья и удачи.